лакированный спрут. Он приветлив и смазан. Сегодняшний бал он устроил для вас. Пожилой патефон, подчиняясь приказам, забирает иглой. Если вы вдруг не видели предыдущие два ролика про истории великих обложек, настоятельно рекомендую вам их посмотреть. Один вот будет в самом конце ролика предложен, так что если не знакомы, так сказать, с моим творчеством, рекомендую ознакомиться. А если же знакомы, то вы и так все знаете. Мы здесь обсуждаем истории создания легендарных обложек, которые либо были созданы как-то очень задротски, либо сам по себе релиз настолько исторически важный, что его обложка стала легендарной. Так вот, здрасте, вы на канале Сейна. Сегодня у нас очень интересная подборка. Первым в нашей подборке будет альбом Iron Maiden группы Iron Maiden. Это их дебют. И если вы думаете, что нарисованные участники группы появились только во времена Gorillaz там или Глюкозы, если вы фанат отечественной сцены, то нет, в Iron Maiden с первого же альбома был седьмой нарисованный член группы, и это Эдди. Он же Эдди the Head, то бишь Эдди Голова. И эта самая голова побывала в огромном количестве самых разных амплуа на самых разных релизах Iron Maiden. И если вы не знакомы с их, так сказать, вселенной, то настоятельно рекомендую как минимум на обложке позырить, потому что это просто наглядное пособие для всех художников и иллюстраторов, как каждый раз давать какую-то новую жизнь и новый сеттинг одному и тому же персонажу. Эдди создал художник Эрик Рикс, который до этого делал оформление для обложек альбомов джазменов, и на создание конкретно вот этой рожи его вдохновила фотография, которую я не могу, к сожалению, показать на ютубе. Это фотография из хроник Вьетнамской войны. На ней у солдата после какого-то военного события была сожжена вся кожа на лице, и остался как бы только мышечный каркас лица, и эта вот ужасная фотография настолько вдохновила художника, что он создал на основании ее персонажа, которого поместил на Лондонскую улицу. В то время я жил в Лондоне, поэтому городские улицы получились у меня очень похожими на железнодорожный мост в районе Финсбери-парка. Помню, как-то ночью я посмотрел на небо, увидел луну, облака, желтый фонарь и был просто потрясен этим унылым зрелищем. Это была идеальная обстановка для персонажа с такой рожей, как у Эдди. Рисунок назывался «Electric Matthew Says Hello». Я отдал картину в агентство, с которым тогда работал, там ее продержали около полугода, после чего вернули, сказав, что по их мнению, она недостаточно коммерческая. Да, поначалу Эдди вообще никому не понравился, и если бы не Iron Maiden, возможно, мы бы никогда и не увидели такого замечательного маскота. Первоначально его планировали взять только для сингла Purgatory, однако после того, как его немного изменили и доработали, он настолько полюбился Мейденом, что остался с ними навсегда. Самое смешное, что когда меня пригласили показать свое портфолио, я чуть не оставил рисунок с Эдди в мастерской, поскольку все, кто его видел, тут же начинали плеваться от отвращения. И с этого момента начинается история потрясающих перевоплощений Эдди. Первоначально он предстал в образе подростка, потому что Iron Maiden тогда была молодежной группой, и, собственно, вот это вот потрясающее нечто выходило из темной подворотни, встречая бедного путника, у которого шансов выжить уже не остается. Забавно заметить, насколько Эдди вырастет вместе с самой группой Iron Maiden, и один из самых популярных образов Эдди — это он в мундире времен Крымской войны. Ну а потому что чё, серьезные взрослые мужчины увлекаются историей, маскота тоже нарядили. Помимо этого, у Эдди были интересные встречи с известными личностями. Например, на одной из обложек он убивает Маргарет Тэтчер. А на афишах концерта Iron Maiden в Нью-Йорк Палладиум он не пожалел даже Оззи Осборна и на самой афише держит в руках его откушенную голову. Ну и всем понятно, на что это отсылка. И, естественно, маскот группы все это время присутствовал на концертах группы. И не просто, как, например, Rattlehead у Мегадета, когда это просто переодетый мужик. Нет, здесь Эдди был трехметровый. И в самых разных своих инкарнациях, будь то какой-то киллер из будущего, будь то мумия. Кстати, по поводу мумии. Он стал ей не просто так, а потому что умер.
В декабре 83 года Iron Maiden убили Эдди на сцене. Огромную трехметровую куклу повалили, вытащили из нее мозг, разбили об нее гитару и под улюлюканье 10-тысячной толпы утащили со сцены. И вот после этого момента он стал мумией. Вполне логичный лор, я считаю. Кстати, вот ту сцену, которую вы только что видели, запретили показывать по телевидению из-за того, что она была слишком жестокая. Хотя я бы лучше запретил показывать людям вот эти обложки времен игры с потрясающими эффектами. Вот это, по-моему, гораздо опасней для психики. На второй строчке у нас располагается тоже дебют, но на этот раз панков. И не просто панков, а моих самых любимых панков Dead Kennedys с их альбомом Fresh Fruit for Rotten Vegetables, то есть свежие фрукты для гниющих овощей. И если вы еще не до конца распробовали, в чем смысл и контекст этого названия, то стоит вас познакомить как минимум с солистом Dead Kennedys. Его зовут Джелло Биафра. Чё за имя такое? Естественно, выдуманное. Псевдоним певец взял, начав с торговой марки полуфабриката желатинового желе и закончив названием государства в Западной Африке, отделившегося от Нигерии и просуществовавшего менее 3 лет. В нашем случае это мог быть какой-нибудь растишка Абхазия. И можете представить, какую волну общественного гнева вызвал бы исполнитель, который называл бы себя растишка Абхазия. Биафра вообще довольно много времени отдавал политическому активизму, боролся с империализмом, фашизмом, дадаизмом и все время порывался взорвать изнутри сонное болото американского истеблишмента. Он даже выставлял свою кандидатуру на пост мэра Сан-Франциско, чем очень взбесил много кого тогда в Сан-Франциско, но этого было мало, и он еще и в президенты баллотировался. Вот это жизнь! Кстати, он до сих пор является довольно влиятельной фигурой американских зеленых. Так что же у нас на обложке? Это документальная фотография, сделанная во время так называемых протестов Белой ночи. Они были вызваны несправедливым, по мнению протестующей общественности, приговором суда, вынесенным Дэну Уайту за убийство мэра Сан-Франциско Джорджа Масконе и Харви Милка, супервайзера Сан-Франциско. Дело в том, что Харви Милк был открытым геем и одним из первых в истории США геем на столь высоких правительственных позициях. И эти самые беспорядки Белой ночи являются очень важным этапом в истории гей-сообщества и гей-движения в США, потому что предыдущие столь масштабные были только 10 лет назад в Нью-Йорке, и вот от тех стоунволлских беспорядков в Нью-Йорке, в принципе, берет свой отсчет движение за права геев в США, и, собственно, значение беспорядков Белой ночи нельзя было переоценить. И я думаю, вы прекрасно помните, какая общественная истерия с обоих сторон была во время протестов Black Lives Matter. Так вот, представьте то же самое, только давным-давно, то есть общество гораздо более консервативное, и группа ставит с недавно прошедших беспорядков на обложку своего альбома «Горящие полицейские машины». Что-то более антиобщественное выдумать, ну, сложно. И это еще не весь кек. Посмотрим на обратную сторону диска. Тут у нас участники группы, подробности трека, подробности записи, личные благодарности. Но что это за фотография? Если вы думаете, что это Dead Kennedys, то нет, вот так выглядит Dead Kennedys. А это вообще другая группа, никакого отношения к ним не имеющая. Биафра просто вхерачил фотографию лаунж-группы 70-х Sound of Sunshine чисто из кека. Естественно, не спросив там ни у кого согласия, и естественно, на такой провокационный альбом эта самая группа подала в суд. Но Биафра не растерялся, там, конечно, можно было с кем-то договориться, но они же панки, поэтому он просто отрезал их головы, а тела оставил. И так диск выпускался все время с отрубленными головами какой-то лаунж-группы, блять, из 70-х годов. Ну как можно не любить Dead Kennedys? Интересный фактик про них, в песне Chemical Warfare есть момент хора агонизирующих голосов, да, таких криков во время апокалипсиса.
И один из этих голосов — это Норм. Норм — это кот группы Dead Kennedys. Именно кот, именно группы Dead Kennedys. Кстати, одна из песен с этого альбома «Kill the Poor» — «Убивай нищих». Послушайте эту песню и почитайте перевод. Она издавалась синглом. И вот какая тут обложка. То, я думаю, не стоит объяснять, что это именно лежит в ковше экскаватора и для чего именно нужен завод за ним. А вот обратная сторона этого диска. Как вам две репродукции картины Мунка? На одной завод, на другой ядерный гриб. У Мунка про авторские права тоже не спросили. Не знаю, сколько еще роликов с историями обложек я запишу, но совершенно не удивлюсь, и вы не удивляйтесь, если в каждом из этих роликов будет что-то про группу Pink Floyd. Потому что в плане задроченности визуала мало кто может с ними посоревноваться. И сегодня мы говорим про обложку альбома Wish You Were Here. Вот сюда бы интеграцию курсов английского. И здесь тоже нужно начать с контекста. Этот альбом писался сразу после безумного успеха того самого Dark Side of the Moon. Легендарного альбома для всей вообще рок-музыки, который сделал Pink Floyd мега-звездами. И по сути все они дошли до заветной цели, до заветной популярности. Но вместо того, чтобы просто почивать на лаврах, им уже нужно писать новый материал. А они при этом полностью опустошены и именно не имеют накопленной творческой энергии после предыдущей работы, которая все из них выжила. И таким образом у них происходит переоценка всего. То, о чем они мечтали всю жизнь, на поверку оказывается довольно тяжким. И здесь одновременно и тоска на Олимпе успеха, и своеобразное разочарование в этом успехе. Вы от современных исполнителей, я думаю, много слышали различных жалоб на лейблы, звукозаписывающие компании, и в принципе вот всю эту коммерциализацию музыки, и как все эти дяди в пиджаках с галстуками ездят на артистах. Так вот, во времена Pink Floyd все было гораздо-гораздо хуже. И как раз-таки этой вот бездушной индустрии продажи творчества и посвящена серьезная доля лирики в альбоме. Но и на фоне этого же портились отношения в самой группе, не говоря уже о бэкграунде этих самых отношений. Дело в том, что фраза «Wish you were here», «Хотел бы я, чтобы ты был здесь», относится отчасти к Сиду Барретту, участнику Pink Floyd, бывшему уже на момент написания альбома, который шел с ними с самого начала, но как раз-таки всего их успеха он не застал. В многих материалах он называется основателем Pink Floyd и был, безусловно, очень важным человеком для всех членов группы. Но дело в том, что не дошел он с ними до музыкального Олимпа из-за проблем с психикой, вызванными наркотиками. И лучше всего атмосферу, в которой записывался альбом, описывает эпизод, произошедший на самых финальных этапах записи. Дело в том, что Сид Барретт, которого все члены группы давным-давно не видели, пришел к ним в студию. И если помнили они его вот таким, то вот фотография, которая была сделана в момент его прихода. Члены группы буквально не узнавали своего старого друга, а когда узнавали, приходили в ужас. Говорят, что некоторые плакали в тот момент. А Барретт пришел к своим пацанам из группы. Хотя он в ней давно не играл. И давал какие-то советы по аранжировкам, слушал песни, что-то анализировал. Хотя, опять же, не виделся с ними несколько лет до этого. И с одной стороны сидит отсутствующий и отрешенный Барретт, а с другой стороны отсутствующая и отрешенная группа, находящаяся в золотой клетке и совершенно выжатая в творческом плане. И вот эту вот атмосферу отрешения и отсутствия и наполняет альбом «Wish You Were Here». Я очень грущу о Сиде. Конечно, он был важен для нас, и группа никогда не смогла бы начать без него, поскольку именно им был написан весь материал. Она не могла бы состояться без него, но с другой стороны, нельзя было и продолжать вместе с ним.
Песня «Shine On» на самом деле не о Сиде. Он стал эдаким символом крайнего отчуждения, которому предаются некоторые люди, потому что это единственный способ для них вынести весь этот чертов мрак, современную жизнь, и полностью отстраниться. По-моему, это очень печально. Так вот, перейдем к дизайну. Собственно, Pink Floyd и в текстах песен, и, естественно, в оформлении пытались всячески объяснить своему слушателю, насколько им тяжко вот в этих лапах лейбла и в каком состоянии группа сейчас находится. Даже в одной из песен есть замечательная строчка: «Ваша группа просто фантастическая, я правда так думаю. Кстати говоря, а кто из вас Pink?» Собственно, с тем же британским юмором Pink Floyd подошли и к созданию обложки. Если я вам до этого показывал вот эту, и все знают вот именно это изображение как обложку Wish You A Here, то те, кто были в тот момент покупателями этого альбома в магазинах, чаще видели его вот так. Была замечательная дизайн-студия Hypnosis, которая очень серьезно отнеслась к тому, чтобы передать концепцию альбома Pink Floyd непосредственно визуалом. И действительно, сам альбом продавался обтянутым черной пленкой, а на нем была обложка с вот этим дизайном. Что это за дизайн, сам расскажу, но фишка с обматыванием пленкой была позаимствована у соседей, так сказать, по прилавку с Pink Floyd, которых так обматывали, чтобы скрыть нецензурное содержание обложек от детских глаз. А Pink Floyd решили использовать это как дизайнерскую фишку. А, собственно, вот этот вот элемент графический, да, появился, потому что этот жест безумно не понравился студиям, что те самые легендарные Pink Floyd до этого выпускают вот настолько невзрачную обложку, а теперь вообще обтягивают свой диск черной пленкой. Поэтому вот этот вот дизайн, который был как бы одним из созданных для альбома, красовался поверх пленки. Собственно, здесь у нас стихии и рукопожатие, которое присутствует также на обложке под пленкой. И там рукопожатие — это про то самое отсутствие, потому что это исключительно формальный жест. И если в дизайне на обложке, которая как бы над пленкой, у нас рукопожатие роботическое, то есть вот эта вот сделка, которая на самом деле ничего не обозначает, ну и понимаете, что может значить рукопожатие для роботов. То же самое, что для своеобразно бездушных людей, да? И ровно такие же бездушные люди, а точнее скрывающие свои эмоции и свои настоящие намерения, они предстают на обложке под пленкой. То есть один человек горит, но при этом делает вид, как будто все в полном порядке. Можно здесь также найти аналогию с выражениями «сгореть на работе», «выгореть», «перегореть», которые присутствуют во всех языках, в том числе и в английском. И на обратной стороне обложки у нас снова игра с теми же стихиями, которая рифмуется с дизайном с роботическими руками. Тут у нас пустыня и безликий коммивояжер, по словам Торгисона, продающий свою душу. У человека отсутствовали голени и запястья. По мнению автора, это обстоятельство должно было показать, что на фото вовсе не человек, а просто пустой костюм. Изображение символизировало бездушных продюсеров музыкальной индустрии и отражало стихию Земли. На развороте присутствовали фотографии красной вуали с еле заметным силуэтом внутри, которая поднята в воздухе ветром в графстве Норфолк, и ныряльщика, который погружается в воду без брызг. Собственно, воздух, вода, земля и огонь на обложке. Не хватает только бонус-трека «Аватар». Но на самом деле во всех вот этих вот стихиях так или иначе показано отсутствие. И вот эти вот, собственно, все стихии и как бы все вариации создают атмосферу абсолютного отсутствия, вселенского и психоделичного. Мы все-таки в альбоме Pink Floyd. Кстати, в итоге, особенно у Урона, от вот этой вот черной пленки звукозаписывающие компании не получились. Это альбом отлично продался, и Pink Floyd, собственно, до сих пор сверхлегендарная группа, и даже члены группы говорят, что особенно любят этот альбом, потому что, несмотря на то, в какой ужасной атмосфере он создавался, в итоге эта отстраненность и отрешенность от всего окружающего создала поистине потрясающие произведения. Ну вот кому действительно повредили
повредил этот дизайн и вот это вот дизайн-отрешенность, так это тем, кто купил этот альбом, вскрыл аккуратно ножичком место, где должна выниматься пластинка, и так никогда и не увидел ничего, что внутри. То есть все, что он видел, это буквально вот эту вот пленку и на нее наклейку. А все остальные дизайны, которые мы здесь обсуждали, многие слушатели-ровесники этого альбома никогда и не видели. И всегда он стоял у них на полках в этой самой черной пленке. И на последней строчке у нас внезапно альбом Blink-182 Enema of the State. Дело в том, что я вообще вот во времена, когда все это дело популярно, во-первых, был мелкий, во-вторых, слушал Offspring. И, честно говоря, феномен Blink-182 и масштабы вообще влияния на музыкальную индустрию я понял вот только в сознательном возрасте и никогда по ним не фанател. Но вот как раз-таки Enema of the State, во-первых, содержит мега-супер-пупер хиты и чисто исторически был невозможно прорывным, а во-вторых, то, как он в принципе создан, по-моему, очень красочно описывает всю суть блинков. Во-первых, название. Здесь игра слов. Все знают enemy, то есть враг, enemy of the state, враг государства, или, как у нас чаще говорят, враг народа, хоть не иноагент. А enema — это клизма. Мы уже видели игру слов со словом клизма в альбоме, например, Aenima Tool, и здесь то же самое. То есть враг народа превращается в клизму от государства, которую она радостно и с широкой белоснежной улыбкой дарует этому самому народу. И, собственно, так и сделана обложка. Собственно, вот эта очаровательная мадам — это Джанин Линдмалдер. Она просто порно-актриса. То есть у этого нет никакого другого подтекста. Она не какой-то известный персонаж или... Ну, то есть нет ничего. Они просто буквально взяли порно-актрису, нарядили ее в медсестру. Кстати, потом Красный Крест им запретили использовать, потому что это нарушает законы и вообще позорит всю медицинскую систему США, по мнению этой самой системы. Поэтому кресты убрали и оставили только порно-актрису в костюме... массажистки, наверное. Но даже без крестов всем было прекрасно понятно, что это своеобразный сатирический дядя Сэм, который тебя зовет на свершение ради страны. Только здесь это красивая женщина, которая предлагает тебе государственную клизму. И альбом открыл двери для поп-панка в массовую музыку, настолько сильно распахнул эти самые двери, что до сих пор там каждый второй рэпер, который идет в рок-звучание, чаще всего оказывается вот где-то в этом стайле. А на тот момент это можете представить, насколько было нетрушно. Вот сегодня говорили про Dead Kennedys, можете сравнить. Те самые панки, которые вот были мега-тру, просыпались в луже мочи и сразу шли свергать капитализм после этого. Они, естественно, были в чистом ахуе от того, что Blink-182 со своим супер-хитом What's My Age Again, про то, что он в 23 чувствует себя на 17 лет и вообще вот такой подросток, они называются панками. Но справедливости ради, эти недовольные возгласы кричали вслед блинкам, потому что они двигались вверх с удивительной скоростью, потому что до этого соблюли как будто... все необходимые условия для хорошего поп-продукта. Например, клип на эту самую песню What's My Age Again, в нем они просто бегают голые везде. Тупо, но весело. И вот вам поп-развлекуха в каждой детали. Покупаешь ты альбом «Клизма для народа» с секси-медсестрой на обложке, смотришь клип, где бегают голые пацаны, и там та же секси-медсестра, а после этого приходишь к ним на концерт и слышишь потрясающую импровизацию под названием «The Blowjob Song». А после этого можешь еще на американский пирог сходить, где они и звучали как музыка, и снимались заодно. Надеюсь, вам не показалось странным, что в этот раз у нас 4 альбома, потому
что, скажу честно, мне лень было дальше писать сценарий. Чтобы мне было меньше лень, подпишитесь на мой закрытый паблик через Boosty, там огромный архив музыки, кинища, книжек и всякого другого интересного, только для вас и собранный лично мной за долгие годы. Хер вы такое просто так в интернете найдете, гарантирую, а здесь недорого через Boosty. Еще у меня охеренный Telegram, охеренный ВК-паблик и охеренная кое-какая запрещенная в России соцсеть, какая не скажу. А вот сейчас, скажу честно, я херачу на концерт Нойза и Монеточки в Тбилиси. Вот, так что до свидания, дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели. Вы знаете, где кнопка подписки.